Итак, друзья, ну было куча роликов про то в интернете, как проверить, где же у вас утекает газ, если вы услышали запах. Ну теперь наглядно. Вот машина, у нее из багажника вчера был слышен запах пропана. Сегодня заправились, запаха нет, но проверить все равно надо. Значит, вот берем воды чуть-чуть и добавляем сюда мыло и размешиваем. Так, добавили, размешали, вон там пенка есть. Дальше я перелью это вот в такую вот штуку, чтобы можно использовать отсюда с помощью кисточки. Можно вот в таком вот триггере. Так, ну вот я залил вот в этот вот триггер. Далее, еще взять с собой надо вот такую губку, это чтобы сразу вытереть. Но это что касается именно в баллоне, что касается под капотом. Наоборот, это вода с мылом вам только там все очистит. Ну, вытереть все равно желательно. Ну и пошли смотреть. Так, вот я заламываю сюда. Вот он наш баллон. Запах легкий я слышу. Пишите. Друзья, неудобно было снимать и показывать. Ну, значит, утечки там нет. А все очень просто. Вместе утечки у вас будут пузыри с мыльной воды пузыриться. И нужно еще проверить. Значит, заправочное устройство вот здесь, снизу. Вот здесь оно находится. И вот снизу его надо проверить на утечку. Так, проверил заправочное устройство тоже. Пока ничего не обнаружено, но запах все равно стоит. Сейчас пойдем под капот. Ну вот мы уже под капотом. Значит, смотрим на нашу магистраль. Вот здесь она идет. Здесь у нас газовый редуктор на незаведенной машине. Вернее, не редуктор. Редуктор вот здесь. Это клапан. Не на заведенной машине проверяем клапан. Прыскаем на него. И смотрим. Нету ничего. Значит, дальше нам надо будет проверить редуктор. Кстати, вот эти трубки очень часто выходят из строя. Вон я вижу даже одна трубка. Вот здесь что-то какая-то лоб какой-то есть. Ну, для этого надо завести машину именно на газу. Завод. Кстати, вам может казаться, что газом воняет сзади автомобиля. Но это может происходить отсюда. Просто газ по ходу движения переходит назад. Но я вот слышу здесь отчетливый запах газа. Значит, у нас где-то здесь и есть утечка. Пшикаем. Сам редуктор, тоже клапан, еще разочек. Ага, есть, ребят, нашел. Ну, вам я не смогу туда подлезть. Короче, вот под вот этим краном снизу не смогу подлезть, показать. Снизу идут. Ну, в общем-то, здесь вывод очевиден. Вот здесь вот чуть-чуть подзатянуть хомутики.
Итак, ну я подзатянул хомуты, запах газа ушел полностью. Я все обнюхал носом, плюс проверил еще раз этим. Ну теперь надо будет посмотреть по поводу зада автомобиля. Если запах уйдет, значит это было отсюда. Если запах останется, ну тогда надо будет... ну тут есть два варианта. Значит, первый вариант. Я замешаю все-таки с кисточкой, попробую сделать. Потому что это такой экспресс быстрый метод с триггером на большую течку. Но если она мелкая или их парочку, значит, кисточкой пройдусь и плюсом еще пройдусь по самим трубкам. Возможно, где-то трубка перегнулась и начала потравливать. Я тоже это сниму, об этом видеоролик, но это в том случае, если появится. А появится или не появится, мы узнаем. Ну, наверное, сегодня денечек поезжу, завтра будет понятно, появится или нет запах. Все, всем спасибо за внимание, всем пока, ставьте, подписывайтесь, всего доброго. Итак, друзья, ну вот я проехал уже почти 2 километра, вот 1,7, специально сбросил по такому жуткому бездорожью непонятному, по дворам, по всяким. Газом не пахнет, чтобы вы понимали, газом начинало пахнуть сразу же и очень сильно. Только отъезжаешь, сразу же пахнет газом. Вот, ну, в общем-то, вот такая была поломка. Я еще посмотрю, понюхаю. За багажник машины. Ну, мне кажется, что я бы уже услышал этот тонкий запах пропана. Я думаю, что там все в порядке. Так, ну все, вот теперь точно. Всем спасибо, всем пока.